Апошні тыдзень збору подпісаў прэтэндэнтаў у кандыдаты на прэзідэнцтва, а гэтая выбарчая кампанія ўсё больш нагадвае навіны крымінальнай хронікі. Вітаю гаспадарства, гэта Белсад Зум, з вамі Сергей Пацасон, мы пачынаем. З намі на сувязі Святлана Ціханоўская, прэтэндэнтка ў кандыдаты на прэзідэнцтва і жонка вядомага блогера Сергея Ціханоўскага. Добры дзень. Здравствуйте. Спадарня Святлана, безумоўна, галоўнае пытанне, якое задаюць усе журналісты, з якога усе пачынаюць, што з Сергеем, што вядома пра вашага мужа? Хаця вы таксама кажаце, што ёсць падпіска пра неразгалошванне і ў адваката, і ў маці, але мы ведаем, апошняя інфармацыя тое, што ён у карцэры. Да, это так. Много информации я сама не знаю. Как вы уже сказали, что подписано соглашение, подписка о неразглашении, и мне практически ничего не известно. Понесла я ему сама передачу, и у меня ее не взяли, сославшись на то, что он находится в карцере, и передачи запрещены. На данный момент пока информации, почему так получилось, тоже нет. До вечера, надеюсь, что-то узнаю. Так само вы перед выходными звернулись до белорусов и припынили сбор подписов у Менску и областных городах. Причина, как вы огучили, была махчимость провокации. Откуда такая информация про махчимые провокации? Да ниоткуда. Это мои личные ощущения. Я очень переживаю за народ, за людей, которых посадили в места лишения свободы, там ИВС, которых наказывают штрафами. И на прошлых выходных очень активно показывали вот этот мешок с кирпичами, который нашли в районе Комаровского рынка. Я почему-то подумала, что, вы понимаете, одного там камня в толпу достаточно, чтобы свершилось что-то страшное и ужасное. Возможно, этого ничего и не было бы, но я не могла это гарантировать, и, наверное, я несла бы какую-то ответственность за все это, если бы это случилось. Даже если, я-то там не была и не могла ни на что повлиять, но ответственность я эту чувствую, поэтому я решила, что не стоит рисковать людьми. И я просто опасалась информации, у меня ни от кого такой не было, что что-то должно произойти. Так само у наших глядачов, ну и видовочно у каждого человека, который думает про эту ситуацию, возникает такое пытание, ци на вас спробовали неким чином тиснуть, ци идут некие погрозы. Со мной никто не связывался, меня никуда не вызывали. Никто мне не звонил и не угрожал. Ну, вообще меня никто не трогал. Это все слухи, нет, это не так. Кольки на теперешний момент собрано подписал? Не скажу вам точное число, потому что неизвестно. Але это ближе до 100 тысяч, бо опошнее, что вы говорили, это 60 тысяч. Это больше, чем 100 тысяч. Это в случае, да. Необходимое уже собрано. Да, их необходимо просто сдать. Они-то в наличии есть, но в таких вот условиях сложных мы, конечно, попытаемся сделать все, что от нас зависит. Я сама лично выезжаю, буду сдавать лично, потому что во многих регионах некому. Но фактическая сумма больше 100, а что успеем сдать, надеюсь, что все будет видно. Калі вы глядзіце на тое, што да вашых пікетаў заўсёды стаялі велічэзныя чэргі, Александр Лукашенко казаў, што нібыта гэтыя чэргі падвозяць каруселямі, аўтобусамі, а пры гэтым у самога кіраўніка краіны пікеты разавыя дзесьці з'яўляліся, але ўжо заяўляюць пра 1,5 мільёна подпісаў. Як вам усе гэтыя словы? Ну, у вас такія вопросы. Не знаю вам, как на это ответить, потому что, ну, наверное, они нашли какие-то иные способы по сбору подписей, и для этого не обязательно выставлять пикеты на улице. Вероятно, ну, есть другие способы, помимо таких, как мы показываем. Вы верите в то, что сапраўды гэтыя подписи собраны? Ну, почему нет? Возможно.
Спадарыня Святлана, вы так само казалі, што гатовы ісці да канца ў адным сваім з інтэрв'ю. Палітыка рэч небяспечная, і калі сёння я чытаю загалоўкі незалежных медыяў, то мы бачым, напрыклад, блогер Мосгон Эдуард Пальчыц 15 сутак, Мікалай Статкевіч чарговы прысуд, Павел Севярынец у суме ўжо 75 сутак, Андрэй Новікаў у паставах прызнаны палітвязнем, Максім Урбановіч гаворыць пра здзекі на акрэ, Кристина, и координатор вашей группы у Новополоцку, Евген Вильский, три протоколы. Как вы реагуете на все это? Где той конец? До какого конца вы готовы идти? Для себя я еще не определила, где этот конец, но, вы знаете, сил ни моральных, ни физических уже не осталось. Поэтому нам сейчас хотя бы закончить первый этап по сбору подписей, а там будет видно, что будет происходить дальше. Возможно, это конец, возможно, еще нет, будет видно. Надеетесь, что зарегистрируете все ж таки малые надеи? Вот даже не отвечу нет на этот вопрос, потому что очень много удивительного и странного происходит в последнее время с этими задержаниями. Я абсолютно не была готова к такому повороту событий, поэтому кто его знает, что будет, что там, что решат. Спадарыня Святлана, не могу не задаць таксама гэтае, можа, ізноў жа не надта прыемнае пытанне, але спекуляцыя ў інтэрнэце ёсць, і на іх трэба неякім чынам адказваць. Расійскі след, які ваш адказ? Расійскі след у Сергея Тихановскага? Дакладна. Адназначна нет. Няма ніякіх тут рук Крамля і расійскіх спецслужбаў? Нет. Бо так само керовник телерадиокомпании Спадар Эйсман каже про то, что некая іншая країна вмешивается в нашу державную политику. Вы до этого не маете дочинения? Это что-то из последних новостей, да. Сегодня у меня не было возможности ничего почитать, не посмотреть, поэтому я пока такой новости не слышала. Ну, очевидно, что я так точно не имею. А Сергей Леонидович у нас, значит, в СИЗО, поэтому как он может иметь к чему-то такому отношение? Белорусы идут за вами и приходят до вас у черги. Это видовочно. Куда вы хотите вести белорусов? Ну, поймите, белорусы приходят не ко мне, белорусы приходят к моему супругу. И, конечно, сейчас такая обстановка, когда Сергея нет с нами, и ну, вообще очень сложно что-то решить, потому что он явный лидер, а так получилось, что люди приходят, конечно, в очередь как бы ко мне, но мы-то понимаем, к кому они приходят. Поэтому какие у нас будут наши дальнейшие действия, пока мы сами, если честно, не знаем, что там будет дальше. Это будет известно уже после решения ЦИК по поводу регистрации меня, либо не регистрации. Там уже будем более детально обсуждать с нашим выборным штабом, что делать дальше. Калі назіраеце таксама заціскам на Віктара Бабарыку і справу Белгазпрамбанку, то якая ваша реакція, якая ваша оценка? Ну, если честно, я очень удивлена, потому что все-таки я думаю, что Виктор Бабарыка относится к... как это говорят, к сильным мира сего, да, то есть он где-то все-таки большую роль играл, наверное, в Беларуси, и если даже к нему могут прийти и ну, вот так вот поступить на всеобщее обозрение, то, ну, то против Сергея, естественно, все что угодно можно сделать. Очень неожиданно. Спадарыня Святлана, напрыканцы нашай размовы, калі вы можаце звярнуцца да беларусаў, да тых, хто паставіў подпісы пад вашым прозвішчам, хто яшчэ можа паставіць свой подпіс, бо яшчэ тыдзень збору у нас працягваецца, што б вы сказалі? Я бы сказала, чтобы беларусы не забывалі о Сергеі. Так как он сейчас отбывает наказание за то, что добивался справедливости за этот народ,
за них. И сейчас в связи с тем, что активность падает у людей, ну, активность в чатах и на улице, то есть люди даже не пришли на мирные пикеты, ну, у нас не было пикетов в эти выходные, но люди могли бы просто прийти и, ну, не знаю, постоять, пообщаться, как обстановка в стране, что там, как-то, чтобы мы видели, что они все еще с Сергеем, да, что они все еще переживают за него, но активность упала. Возможно, это потому, что выходные теплые, люди поразъезжались, но я бы хотела попросить, чтобы не забывали о нем и так быстро не сдавались. Бо усім потрібна солідарність, а білорусам відавочна потрібний лідер. Ну, а ви тепер такий лідер. Доведеться хіба брати на себе гэтую ролю, ці не? А ще раз повторіть, будь ласка. Гэтую ролю лідера готові на себе взяти ви? Я не лідер по натурі. Ні, я не зможу так. Дякую вам за гэтую размову. Светлана Ціхановская, претендентка у кандидаты на президентство маёй і спадарства гостям. Дякую, трымайцеся. Спасибо вам, до свидания. З нами на відеосувязі Марфа Рабкова, координаторка волонтёрскай службы правоабарончага центру «Вясна». Добрый день. Добрый день. Спадарыня Марфа, як выглядае дапамога, бо вы займаецеся дапамогай тым, хто трапіў пад рэпрэсіі апошнім часам, што самае галоўнае і што асноўнае, бо ўсе яе хіба патрабуюць? Ну, конкретно я сейчас занимаюсь тем, что помогаю передавать передачи. Ну, естественно, это на СИЗО номер один, на Володарского, потому что те люди, которые находятся на кресте, на ВЦИПе, им могут передавать только родственники. Вот. Много задержанных, они являются неминчанинами, и их родственники, они находятся там в Гродно, либо в Мозыре, и им сложно ездить и передавать эти передачи. Если вы хотите какую-то проявить солидарность, это написать письмо тем, кто сейчас находится, так скажем, за решеткой. Это очень важный такой момент для людей, понимать, что с ними, о них переживают, о них помнят, с ними идет такая большая поддержка среди людей. Вот. И второй такой момент, наверное, тоже важный, это вообще говорить о том, что произошло, что происходит, что, возможно, еще произойдет. Наши глядачы у коментарах пытаются, вот мы говорим про то, что треба писать листы допомоги, подтримання, так само оказывать солидарность и допомогу материальную, махчима. Але усе пытаюць, куды писать, до кого звертаться, куды физично можно это все накировать. Ну, на самом деле с этим сейчас есть сложности, потому что нету такого организационного звена, который смог бы вот все это совместить в себе, да. Мы знаем, что есть, например, какие-то волонтеры в стране для жизни, которые пытаются что-то сорганизовать. Есть вот, грубо говоря, я, которая тоже взяла какую-то долю ответственности. Есть родственники, но конкретно нету пока вот этого звена, который всех соединяет. И, насколько я знаю, на том же сайте «Мола-мола» люди делают сборы, но проблема в том, что сейчас эти сборы приостановлены. Мы спробуем так само дать у нас у программе контакт, принамсі, до вас, каб той, кто жадае дапамагчы и жадае проявить солидарность, мог это зрабіць. А калі оценивать солидарность белорусов, яна вас радует и все ж таки мало? На самом деле, мне кажется, что хоть и все говорят, что вот там у нас менталитет такой, что мы хата с краю, но на самом деле солидарность у нас достаточно такая, как бы имеет место быть, и особенно она заметна вот в такие часы X, когда страну начинают будоражить какие-то репрессии, какие-то общественные сдвиги, люди на самом деле консолидируются, люди помогают, это заметно. Просто люди, которые помогают, они не как бы они обычно это делают очень тихо и спокойно, и они не делают это настолько публично, потому что я на контакте с несколькими волонтерами, например, страны для жизни, и они много помогают, они много делают, но публичности они не хотят.
Дякую вам за вашу справу и дякую за размову. Марфа Рабкова, координаторка волонтерской службы правооборонного центра «Весна». А уже теперь голос белорусов из разных городов. Мне не нравится то, что вызываешь скорую, а они говорят, ну, бабушка моя недавно померла, сказали, что мы таких не берем. Мы хотим просто, чтобы прошли честные выборы. Вот и все, это наша главная позиция. Перемены меня цікавят у таким керунку, как країна развивалась, як Европа. Демократичные ценности, повага до человека и его права. Лукашенко повинен сесть, але это вельми тяжко будет сделать, потому что он хворен на владу. Но только разом, разом и переможем. За всех подпишусь, кроме Лукашенко. Привет ему от меня. Он меня пенсии лишил 3,5 года назад. Вот сейчас получать будет обратку. В Украине? Да беспредел планируешь. Фашизм процветает. Силовые структуры – это просто какое-то подразделение преступное получается. Говорить про Рогачев, то очень красивый город. Но он пущен на вымирание. Потому что из 14 производств 12 уничтожено. Не повинно быть так, как вся влада была сконцентрована в руках одного такого не совсем адекватного человека. Наши улады не любят, понимаете, людей, которые живут в интересах граждан, народа. И они защищают именно наши права, свободы и законный интерес. Бороться надо. Надо. То, что систему менять, ее давно пора. Она уже заржавела. Змагання правоохоронников часами доходит до абсурду. 419 тишоток с надписом «Психо з» альбо 3% милиция конфисковала у крамы «Символ Бай». Керавник крамы Павел Белову с нами на связи. Добрый день. Привитание. Ти, Павел, что с ти уже вядома про лёс тишоток? Ну, я у першую чергу поправлю, все ж таки не конфисковали, а затримали. То бок, нашего курьера попросили проехать у советский РАУС у пятницу, и там на территорию РАУСа у его гэты забрали паперы. На жаль, он нас не попередил, что такая ситуация отбывается. Мы только доведались, коли его уже оттуда отпустили, и по его словах, ну, он крыху был таким нервовым стане, на руки не отдали ничего. Фактично их забрали, але документов, подтверждающих на какой подставе это зарабили, мы на данный момент не маем. Два дни мы телефоновали у РАУС, как зразуметь, на какой подставе и чему. Нас просили почекать до понеделка, супрацовников нема на месте. Вот сегодня понеделок, на данный момент так само никакой информации нема. Тому фактично их забрали, але бы вернуть, не вернуть, но в ближайшие дни будем больше зразумело, будут некие далее наступствы там, и что еще будет отбываться, пока не зразумело. Это вельми важная поправка на конт «затримали альбо конфисковали», бо по сутности это таки захоп черговой уласности, нема никаких доказов, можно и не вертать. Чем эти тишотки небеспечные? Ну, я думаю, что тут у нас идея такая коллективная, абсолютно спонтанно з'явилась из этой идеи. У нас были як обыграть вот эту историю с 3%, с этими опытаниями на Тутбай, на онлайнере, где действующий президент набирал там, ну, прикладно такую колькость процентов, плюс мем, який почав в интернете гулять. И абсолютно выпадково мы подумали, о, слово «психоз», судовное слово, якое зараз стало фактично ассоциировано
асоціюватися з тим часом, який зараз відбувається, і сам Лукашенко увесь час усе називає, що відбувається психозом, а тут, оказується, це слово ще і скінчається на ОЗ, ці 03, і, ну, так, символічно, випадково отрималося, і ми подумали, чому ось у нашій такої стилістиці, бо ми завжди були не аполітичними людьми, чому ось не обіграти гэтую історію, коли вже ось так супали і лічби, і літери. Саме цікаве, що нам зараз уже пропонують там запустити там коматоз, колхоз, навоз. Спадаро Павел, не ведаю, у кого тут психоз, але, напевно, реклама зроблена вельми добрая для вас. Звичайно, на наш сайт заходило прикладно на 2000 чоловік у день. Апошні дні ми назираємо до 10 тисяч чоловік, які заходять тільки на сайт нашої крами. Плюс соціальні сітки у нас просто, я кажу, вибухнули. Ютуб більше за 9 тисяч підписантів, там відоси по 30-100 тисяч набирають проглядів. СМІ пишуть, блогери, і зрозуміло, що це і спровокувало такий невірогодний попит на іншу продукцію нашої крами. Ми зараз, широко кажучи, не справляємося з тим потоком замов, заявок, які до нас приходять. Дякую вам за гэты коментар, Павел Белавос, керівник крами Symbol Buy. І історія чи що так? Психоз або психо 3%, за якою ми так само сочимо. За справою виборів, справа коронавірусу одійшла нібито на другий план, але це не означає, що його нема. У Білорусі вже біля 55 тисяч випадків захворювання, щоправда, більше за 30 тисяч вилічилися, але ще біля 25 тисяч білорусів залишаються хворими, більше за 300 померлих. Це тільки офіційні лічби. І до нас написав Володимир Гриб, жихар Заслав'я. И вы пишете, господар Владимир, добрый день, что у Заслав'я Заслав'я палая. Чому оно палая, что здарылося? Ну, ведаете, оно палая не по официальным известкам, а по тем, что у нас, вот я захворел 28 мая, и я доказывал, что я хворый, дней 10, при том, что у меня на праце все, ну, работники 90% лежали у больницы. Вот. И разумеется, когда я пришел такие наивные в нашу больницу, мне сказали, что мы тест брать не будем, потому что все такие, как вы. Говорю, нема у вас список санстанции, вот, а кто это из списка составляет? Ось, я оказался, ну, на листку непрацездольности, ось, и коли уже температура упала у меня дней проз 5, вот, я сходил на прием, мне выписали антибиотики, ну, это в первый день мне выписали антибиотики, сделали рентген, але никто ничего мне ОРВИ, стоит у листку непрацездольности. И ось, вот и мои сябры, которые хворели, как и я. Вот, в принципе, во всех однольковая история. Пока сам платно не зробишь КТ. КТ – вельми важная справа, потому что яно выявляет запаление легких. Коли случайный сдымок флюорографии, то тут не так все ясно. Ничего не показал. Ничего не показывая. И вы так само попросили, как вам сделали тест. Тест был сделан, это известный выник. Нет, так я же скажу. Мне сделали тест только 8-го. Червень. Коли я уже принес КТ на руках, где было написано черным по белому, что двухстороннее запаление другой степени с высокой вероятностью ковид. Вот после этого, чуть ли не со скандалем, мне взяли этот тест. И они мне доказывают, тест не лечит. Я говорю, вы разумеете, что я хожу по больнице, хожу по улице, что я заражаю людей. Але все нормально, у меня ОРВИ, у все такие Заславы. Разумеется, вот что меня больше всего уразило. Але уже, когда получился тест положительный, мне вызвали, ну, в четверг.
в четверг, ну, в понедельник я сдал, в четверг пришел отказ, что да, у меня положительный тест, вот. Ну, самое интересное, что мы с женкой сдавали вдвоем этот тест. У меня отрывался положительный, а до сих пор отказывал, какие у женки тест нема. И так у многих, у кого у семьи положительным, у всех остальных никто не знает, какие тест. Вы лечите, что у Заславы ее серьезная проблема, я так разумею, что вам не кажется правду и что саправды есть эпидемия? Докторы сами кажут, у нас приказ. Приказ? А який приказ? Мы же его не бачили. Вот, разумеется, у меня вот, вот сейчас на руках листок непрацездольности, да, у них до сих пор не поднялась рука поставить диагноз. Ну, они мне один закончился листок, другие открыли. И там, ну, у нас же все закодировано. Вот. И они писали, что у меня двухспалительное воспаление, але что это ковидное воспаление, до сих пор не закодировали. До сих пор у меня открытые, я могу на вот показать. Открытые окенцы, вот, глядите, где, ну, какая хвороба, и ики код. Все открыто, нема даже, у их рука не поднимается поставить, что это ковид. Бо это, я не знаю, эти, может, я не знаю, заборонено или что, или никто не хочет брать на себя отказность такую. Хотя и КТ лежит у них, у карточки моей, и тест подтверженный лежит у них. Але нияк, у их рука не поднимается сказать, это, ну, не знаю, открытую или написать. Чого не бояться наши врачи, я не ведаю. Ну, хіба бояться усього того, що каже саме головний врач у двухкоссі нашої країни, який каже, що нема проблеми і що весь світ вчиться у Білорусі. Дякую вам за гэтую розмову, Владимир Гриб, жыхар Заславія, про ту ситуацію, яка склалася у ягоної сім'ї і так само у городі. Дякую. Тримайтеся і лякуйтеся, здоров'я вам. Дякую вам. Дякую, господарство, за сьогодні. Для вас працював Сергій Подсасонний, це був Белсадзум. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.